И, мои дорогие, сегодня чудесное утро. Порадуемся этому небу, этому солнышку. У нас в Ростове-на-Дону очень ясная такая погода. Золотистая осень, листики, знаете, как золотые монетки вот колышутся на ветру. Так приятно смотреть эти багряные краски, наблюдать. Дорогие друзья, и хочу, чтобы вы сегодня тоже погуляли, чтобы вы насладились вот этой радостью, чтобы вы прям вот подышали и вдохнули себя такой вот осенний воздух вместе с красками осени, набрались вот этой вот, вот красоты, внутреннего состояния, внутренней энергии, потому что как нас природа заряжает, так, наверное, нас ничто не заряжает. И сегодня у нас больше и речь пойдет о дыхании, о звукотерапии. И почему это называется йога смеха? Не просто смех, не просто зарядка, а йога смеха, да? Потому что существует целая наука, которая называется гелотология. Это наука о влиянии оздоровительного комплексного смеха на организм человека. И именно вот с помощью изучения вот этого влияния Мадан Катария, основатель йоги смеха, и продумал целый комплекс упражнений. Это звукотерапия, это дыхательные практики. Ну, конечно, игровые техники, чтобы было весело, да, недаром в Библии сказано. Будьте как дети, всегда радуйтесь, да, давайте потянемся. Ох, как хорошо! Еще потянемся и немножечко вот на носочках подвигаем, да, нашим телом, позвоночником, да, раскручиваем в обратную сторону, да. Так вот это целый комплекс, который включает дыхательные практики, оздоровительный смех, который имеет свои правила, да, и здесь опять-таки включается дыхание, включается звукотерапия, да, это откашливание, то есть это оздоровительный процесс, когда наш организм омолаживается, когда к нам, ко всем органам поступает кислород, когда мы разгоняем лимфу, у нас идет кровообращение, да, и кислород поступает ко всем органам. Хорошо, молодцы. И давайте мы сегодня больше внимания уделим, как же все-таки правильно дышать. И, друзья, положите руку на животик, да, плечи расслаблены. Вот давайте поднимем, назад сбросили. Поднять, назад сбросили. Все, вот плечи, верхняя часть, она у нас сейчас расслаблена. Руки положили на живот. И делаем вдох. Вот, забеременели радостью, счастьем. Выдох, помогайте ручками прям, да. Все так втянулось. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. На носочки становимся. Вдох. Животик вы... Такой набрался. Тянулся. Вдох. Теперь кратко. И смотрите, когда у нас голос закончился, мы беззвучно тоже продолжаем выдыхать. Еще раз вдох, животик набрали. И на выдохе. Втягиваем. И мы продолжаем еще беззвучно выдыхать. Для чего это нужно? Когда у нас полностью выходит воздух, не просто мы смеемся, вот этот прерывистый смех, ну, в принципе, смех любой, он дает эндорфины, гормоны радости, да? Но и только, да? С одной стороны, это много, с другой стороны, мы ведь можем больше пользы сделать, да? А больше пользы мы делаем, когда мы включаем именно дыхательные практики. Смотрите, кислород, он для жизни человека просто номер один. Мы как-то уже говорили, без еды человек может 40 дней прожить, вот, да, на примере Иисуса Христа, а без воды там 3-4 дня, а вот без воздуха, ну, давайте попробуем. Сколько мы продержимся?
Недолго, да? Поэтому воздух – это вот просто номер один. Почему я сегодня начала нашу встречу с того, что сегодня погуляйте, подышите, зайдите в парки, там, в роще, именно вдохните в себя порцию здорового такого осеннего воздуха, пообнимайте деревья, да, обязательно. И давайте мы сейчас с вами подышим, форточки обязательно давайте все откроем. Откроем у нас. Сегодня такая тема связана с воздухом, поэтому давайте окошки. Я вот прямо окошко открою. Хорошо. И смотрите, животик надуваем и втягиваем. Это мы уже сказали, смех длинный, 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 да. И хоть это звукотерапия, хоть откашливание, хоть смех, вот три инструмента в йоге смеха. То есть смех здесь как инструмент. Поэтому кто-то говорит, ой, там искусственно смеяться. Ты когда идешь в спортзал, ты искусственно приседаешь, ты искусственно поднимаешь штангу, ты искусственно качаешь пресс, да, для того, чтобы получить результат. Вот к смеху мы здесь относимся точно так же. То есть это инструмент откашливания, это инструмент, чтобы из нас больше всего вышло. Сегодня этому уделим внимание. И звукотерапия – это тоже инструмент, это оздоровление всех органов. Хорошо. Долгий-долгий-долгий выдох. Почему? Потому что когда мы полностью из себя все выдавили, то наши легкие распахиваются, как два больших парашюта. И мы берем не 1 литр смеха, как при обычном, да, смехе, если он прерывистый, а мы берем 4 литра. Почему йога смеха? Это постковидная реабилитация, да, посттуберкулезная. Ее сегодня вводят во многие такие лечебные заведения. И поехали. Сейчас мы с вами посмеемся. Посмеемся и вот именно будем выдыхать до конца, и чтобы выдох у нас шел длинный, стартер у нас всегда буква А, и мы даем выдохнуть побольше, побольше, для этого открываем рот, чтобы все из нас вышло, и усилием голоса, да, включаем прям микрофон, и усилием голоса мы громко-громко все выдыхаем, хорошо? И взяли два таких смеха мешочка, вдох животиком. И смотрите, воздуха нет, да, а мы продолжаем выдыхать. И еще раз вдох. И громко, 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 долго. Включаем тело в тело. Надуваем шарик, надуваем шарик, а он у нас улетает, и мы, как он улетает? Улетает, да? У всех получается. У кого не получается, пальчики сюда поставили. Да, у нас расслаблен вот здесь все мышцы, речевой аппарат. И для того, чтобы мы хорошо могли проговаривать звуки, да, вести презентации, быть спикерами, тренерами, да,
У нас должен быть речевой аппарат полностью расслаблен. Почему мы с вами учим скороговорки, да, и делаем пальчиковую гимнастику, много что делаем, да, вот чтобы вы могли классно выступать на сцене, где угодно, на международной арене, да? Кто молодец, скажи, я! Ну и пожуем, как я люблю. Челюстью. Вперед-назад. Губы в трубочку. Тянули. Трубочку. Тянули. Трубочку. Теперь улыбка. Трубочку. Улыбка. Щечки надулю. Хорошо, молодцы. И теперь, смотрите, мы будем с вами через одну ноздрю втягивать воздух. Теперь через другую выдыхать. И через нее же втягиваем. Через другую выдох. Ручку на животик, вдох. Животик надулся, выдох. Через нее же вдох. Выдох. Еще. Вдох. Выдох. Хорошо. Насос. Сейчас мы с вами будем на выдохе вот так короткими-короткими выдохами. Вот все-все из себя выдавливать. Качаем насос. Вдох. На одном выдохе, и когда уже ха-ха не слышно, мы продолжаем все из себя додавливать. Хорошо, другую ножку ставим на педальку. Набираем воздуха, берем насос и... О, вот они, где 4 литра. Хорошо, сейчас будем с вами надувать шарик, и шарик будет улетать, и мы будем, да, когда шарик вырывается, помните, надуваем, надуваем, вдруг вырвало, и вот с таким звуком взлетел, взлетел, потом сдулся, упал, и будем смеяться, давайте, и берем шарик, и надуваем воздух, животик, и поехали. Разбьем другой шарик, приготовили его так, порастягивали, чтобы у него объем, да, побольше. Взяли, приготовили, тот животик. Третий шарик, берем третий, хорошо, вот так, хорошо, простягивай, держим крепко, вдох. Лопнул. Вот это мы его надули. Друзья, мы с вами будем смеяться бесшумно.
Вот точно так же надуваем животик, вдох. Получается? И еще раз вдох. Хорошо. А сейчас мы с вами будем пропевать на выдохе звук А. Вдох. И когда у нас закончился воздух, да, звук, мы выдыхаем воздух и потом только берем вдох, да? Хорошо. Теперь мы с вами и тянем, хорошо? До, ми, соль, ми, до, только мы буквой А, звуком А. Вдох. Вот мы сейчас разрабатываем наш речевой аппарат, наше горлышко. Давайте немножко ручки потрем. Да. И наше горлышко погладим, да, похвалим его. Наше хорошее горлышко, как много оно работает, да. С помощью нашего горлышка мы разговариваем, мы доносим информацию, мы кого-то обучаем, мы общаемся с нашими детками, внуками, родителями, бабушками, дедушками, у кого кто есть, мы знакомимся с новыми людьми, да. Слышим, можем друг другу говорить, что нужно делать, как делать правильно, да. Вот наше горлышко – это очень большая функция, да, поэтому мы его благодарим, наше горлышко, и нужно обязательно, конечно, его разогревать. Хорошо, молодцы. Теперь мы с вами звук А, и помним, почему с А, потому что А – это стартер, и мы не переходим к другим звукам, пока мы не начинаем делать несколько упражнений именно со звука А, да. Хорошо. И следим, чтобы как у бегемотиков широко-широко открывался рот, чтобы ничего тут не залежалось и полностью все из нас вышло. Хорошо. А теперь мы с вами будем делать Хорошо. И поехали. Вдох. Молодцы. Теперь то же самое делаем, только не плавно, а отрывисто. Стаккато называется. Приготовились. Вдох. Мы делаем любые звуки, да, все три инструмента. У нас что? Одета обязательно улыбка. Хорошо. А теперь давайте пропоем. А назад стаккато. Туда плавно, а обратно отрывисто. Вдох. Ah,
Да, каждый звук, он созвучен тем или иным органом. И когда мы пропиваем звуки, у нас и работает дыхательная система, также лимфа, кровообращение, но у нас каждый орган мы оздоравливаем. Представляете, как это здорово? Поэтому, когда мы пропиваем звуки, у нас идет резонанс оздоровления с каждым органом, ну и одновременно это же дыхательная практика, да? Хорошо, давайте теперь звук О. Вдох. О. Всего из себя выдыхаем, да? Теперь также споем. Но только медленнее. И приготовились. Вдох. Хорошо, молодцы. Теперь точно так же, как А, пять ноток, мы поем. Хорошо? Поехали. Вдох. Хорошо, молодцы. Теперь делаем ом. Становимся на носочки. Вдох, животик. У нас тут расслаблено, все вибрирует, да, и носик у нас начинает дышать, если у кого-то был заложен, да, все клапаны, регистры, тут все, все у нас оздоравливается, открывается, работает, губки такие расслаблены, еще вдох, то же самое. Приготовились, вдох. Да, чтобы было видно, на звуке О, конечно, не так видно улыбку, да, и вот здесь-то как раз мы и прокачиваем наши мышцы, вот О, хочется так, О, да, как робот, О, а мы все равно прокачиваем наши щечки, наши мышцы, поднимаем наверх, это тоже face building, да, хорошо, молодцы, теперь стаккато, пять, вниз, О, хорошо? Приготовились, только медленнее. Вдох. Молодцы, умницы, красавицы. Вообще так приятно на вас смотреть. Просто супер. Хорошо. Теперь АО, АО. И смотрите, у нас тут тоже face building. Мы работаем АО, АО, да? А как в улыбке ротик растягивается, О в трубочку. И приготовились. Вдох. АО, АО.
Вот знаете, на обычной йоге смеха как-то не хватает времени на дыхательные практики, звукотерапии, поэтому мы вот стали выделять отдельно, да, вы уже заметили, отдельно у нас йога смеха по чуть-чуть всего, отдельно пальчиковая гимнастика, смеха массаж, смеха танцы. Сегодня у нас дыхание и звукотерапия. АОУ. Приготовились? Вдох. Приготовили вдох. Смотрите, я тут и пальчиками помогаю, да, ну кто играет на пианино, там на чем-то знает, да, это вот как раз эти нотки, да, в любом случае это еще и пальчиковая гимнастика, да, а когда по порядку, то вот так по порядку пальчики у нас идут. Давайте сейчас по порядку. У, 5 раз. Идем на повышение. Вдох. Назад. Так как-то. Вдох. Теперь АОУ соединяем вдох. А, подождите, А, ну да, правильно, вдох. И слушаем, как звук разливается по всему телу, вот любуемся собственным голосом, собственным звучанием. Вот представьте, что вы музыкальный инструмент, вот закрыли глазки, слушаем вибрацию внутри, как все разливается по телу. Вот кайфуем, получаем удовольствие, радость. Хорошо, А, О, У, Э. Вдох. Хорошо, теперь делаем да, хорошо, приготовились, вдох. Так, хорошо. Хочется, наверное, уже откашливаться, да? Когда мы откашливаемся, это тоже инструмент, такой же, как смех, такой же, как звукотерапия и откашливание. Тут важно, чтобы все полностью из нас вышло, да, поэтому тоже до конца, до конца, до конца, ну и сплевываете, да, выходит слизь, выходит мокроты, ненужные залежи после простуды, после ковида, после ночного сна. Приготовились, вдох. Еще раз вдох. Вдох.
Еще раз вдох. Мячик отбиваем, выкашиваемся хорошо. Хорошо, молодцы. И сейчас на букву И вдох. Так, поехали. Вдох. Теперь по порядку, 5 ноток. Вдох. Хорошо. Молодцы, стаккато. Вот, зевота пошла. Это классно. Это вот кислород к мозгу поступает. Знаете, как вот, когда заходим в лес, в горы, да, ай, прям вот зеваешь, да. Вот то же самое. Мы сейчас хорошо-хорошо себя так, знаете, прогоняем внутри, да, воздух, лимфу. Вдох, стаккато. И теперь звук И, вдох. И смотрите, я специально где-то низко беру ноту, где-то высоко. Вы тоже играете, мы за друг другом не повторяем, да, каждый может взять ноту ему комфортную, и даже в процессе можно менять, да? Вот давайте сейчас и мы будем петь ее то более низким голосом, то более высоким голосом. Поиграем так, хорошо? И вдох. Видите, как у всех получается, да? И теперь по 5 ноток. И поехали, вдох. И смотрите, мы прокачали эту нотку, и смеяться хочется на нее, да? Каждую нотку, которую мы прокачали, мы уже будем полегче смеяться. Ну и теперь, лидер, кто самый удачливый, кто самый счастливый человек? Вдох и я! На каждую букву, хорошо? Но перед этим мы споем все эти буквы на одном выдохе. Итак, А, О, У, Э, И, И, хорошо? Вдох. А, вот каждый с каждым звуком.